По итогу встречи с исполняющим обязанности главы обратилась группа любителей так называемого дрифта, это гонки на автомобилях по льду. С помощью баллов Тодора, который выделил Грета, для них была подготовлена площадка. Будем надеяться, что в районе Майки мы увидим скоро и новые для Балакова, относительно новые для Балакова соревнования, так называемый дрифтинг.